писки, писки до утра, ла-ла-ла-ла. Я хочу, хочу тебя, ла-ла-ла. Митя, а что у тебя сзади колонн такой дурацкий? Ужасный запах. Тьфу, сама на 23-й подарила. Попизди, попизди. Да, хорошо. Привет. Валюшенька, здравствуй. Здравствуй. Вадечка. Чемоданы. Занеси. Спасибо тебе, Вань. Ты настоящий друг. Тамбовский волк тебе, друг. Друга он нашел. Ой-яй-яй-яй-яй. Ой, господи. А где вот это ты такой комбинрез дурацкий выдрал? Шо, нравится? Сам пошил. Да тьфу на тебя, чучело огородное. Вот интересно, что во мне Лариса нашла? А? А это я сам удивляюсь. Ты вроде у нас не Билл Гейтс и красавец, прямо скажем. Сильно описуемый. Ну ладно. Дорогие наши женщины, Лариса и Валентина, мы с Иваном Степановичем посоветовались и решили подарить вам на 8 марта... Подарунку! Билеты на концерт Стаса Михайлова. Ну все, плюс рогаточка. Мои родители хотят познакомиться с тобой. Зачем? Ну как? Волнуются они. Хотят знать, с кем я связываю свою судьбу.